Мне очень приятно вас всех приветствовать сегодня, в день моего юбилея, у экранов, так как концерт организовать, как я раньше делала на свои юбилейные встречи, сейчас нельзя и невозможно. Поэтому я рада этой встрече с вами. И хочу всех вас от всей души поприветствовать в этом прекрасном месте. И я надеюсь, что мы проведем тут хорошую встречу с вами, так как я каждый год бываю здесь, в Португалии. И вы еще эти сюжеты увидите во многих моих песнях сегодня. Я приветствую всех своих одноклассников не только на моем сайте и не только на портале в YouTube. Я приветствую своих одноклассников из нашего села Ленинполь. Жаль, что в этом году наша встреча не состоится. Мы хотели тоже собраться здесь, в Португалии, и все вместе отметить свой юбилей, так как мы это делали в прежние времена. И в этот прекрасный день я получила многие поздравления от моих друзей, от моих подруг, от моих друзей в одноклассниках. И мне это все очень приятно. И я хотела поделиться со всей аудиторией этими поздравлениями. Кто же мою жизнь украшает, делает ее хорошей, доброй, светлой, чистой? И вот я попрошу вас посмотреть на экран. Дорогая Тина, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, радости жизни. И, конечно же, пусть ваш творческий чемоданчик пополняется новыми песнями, которые будут радовать нас. Мы вас очень любим и ждем новой встречи с вами. Это просто весна. Закрываю глаза. Праздник света и тепла, ночь прекрасна и светла, и безумная мечта пробудилась ото сна. Тихим ветром из окна шепчет нежные слова. Дорогая София, я тебе так благодарна за твое бесчисленное множество песен, что мы с тобой написали, с такой прекрасной музыкой. А вам, дорогие друзья, хочу сказать, что София очень светлая и талантливая, яркая личность. Она музыкант, она композитор, она поэт, она артистка театра. Поэтому и такое красивое выступление. Особенно спасибо за эту весеннюю песню. Благодарю тебя еще раз. И я попрошу, София, тебя и всех вас, присутствующих у экранов, посмотреть нашей с Софией новые песни. In den Koffer kommen rein zarte Geigenklänge, euer Frozen wird drin sein, auch in großer Menge. Eure Freundlichkeit kommt mit, damit bleib ich froh und fit. Мой чемоданчик, чемодан, со мной летит за океан. И этим чемоданчиком горжусь и дорожу. Секреты в чемодане том, о нынешнем и о былом. И если станет плохо мне, я с ним поговорю. Целхафтен мерен, вас кандамет мегешин. Ich im weißer Mütze voller Hoffnung an dem Strand und geh mit dem weißen Boot ins Meer, wie es von mir geplant. Da begrüßen mich Delfine und ich lass mich auch verwöhnen. Alles wie in meinen Träumen,
ach, ist das im Kino schön. На моем пути встретились еще два очень интересных композитора. Но, к сожалению, к огромному сожалению, они уже ушли в мир иной. Один из них – Володя Функ, замечательный композитор, музыкант, писатель, художник. И я думаю, там, в светлых небесных палатях, он, безусловно, продолжает радовать свое окружение. Его песни, к сожалению, всего две мы с ним написали. Мы мало знались. И Володя в свое время, он с Алтая, прославлял нашу культуру, немецкую культуру, нижненемецкую, на подмостках ВДНХ. И песня «Журавли» оказалась просто моей визитной карточкой. Но сегодня я хочу вам показать его вторую песню «Руки твои». Deine Hände. Fühle ich oder schau, ich weiß, es sind genau deine Hände. Ist zerbrechlich die Welt, wer zusammen sie hält, deine которого тоже уже нет вместе с нами, это Саша Воробьев, Александр Воробьев. Он из Союза, был в Союзе композиторов России и 17 лет был дирижером Вахтанговского театра в Москве. И вот по чистой случайности нас свела судьба. Саша профессор музыки. И когда он пишет аранжировки, у него не менее 16 музыкальных инструментов присутствует в этой аранжировке. Очень красивый он мне песен. И самое интересное, что первую мою песню именно сделал Саша Воробьев. Это песня о родине. Rauscht noch der kleine Fluss Ormoran. Ja, und die Vögel, die singen noch immer im Tal. Schauen die Pappeln noch im blauen Himmel hinein. Ja, unser Großelternmühe ist das noch allein. Komm dir gehen Gedanken durch uns Heimatort, denn in meinen Träumen bin ich öfters dort. Wir gehen durch die... И вот такие красивые песни, как «Прибрежная таверна» на немецком языке, как «Алые паруса», тоже я написала на немецком языке. И сегодня я хочу представить тоже моменты из этих песен, «Мелодии моря» на русском и на немецком языке и «Из алых парусов» кусочек. Смотрим на экран. Многие годы у моря живу, слышу и вижу прибой наяву. Все его тайны опять и опять хочется мне из любви разгадать. Es treibt mich in die Blaue hinein, wie die Zigeunern Feuer zu sein.
sich die Korallen im Traum. Funkelnde Perlen in dem Meeresraum. Fest an deinen Traum, sagte jeder Meeresschaum. Wir wollen da, wir wollen da, rote Segel, so die Liebe.